нас вот постоянно в средствах массовой информации издается, выдается такая информация, что те или иные лекарственные препараты особо эффективно помогают при коронавирусной инфекции. Сразу люди бегут в аптеки и все скупают. К сожалению, на сегодняшний день в аптеках у нас полностью уничтожен запас парацетамола, банального парацетамола. Вот люди купили большое количество, а сейчас есть, вот вчера звонили, сегодня звонили люди, которым просто по жизненным потребностям нужен простой парацетамол. Большая просьба, сейчас, конечно же, будут предприняты все меры для того, чтобы в аптечной сети были все препараты, но ажиотажно не скупать для того, чтобы у вас хранились эти запасы. Ну, Александр Ильич, надо начать с того, что, во-первых, конечно, парацетамол – это не проблема, и им-то мы обеспечим, бесспорно. Просто вопрос в том, что, естественно, такое время, когда для, так сказать, любителей, это кому, как говорится, война, кому мать родная, и поэтому многие стараются привлечь ажиотажный спрос на те или иные вещи. Каких только чудесных средств не придумывается в такое время. Действенного и однозначного протокола до сих пор, как я понимаю, Министерство здравоохранения по лечению не предложило. Сейчас идет общая поддержка, есть наблюдение и так далее, да? Да, есть протоколы, но дело в том, что протокол, вот сейчас изучается международный опыт, каждый день... Собственно, и международная медицина такого однозначного протокола пока не предложила. Да, это пробы там и так далее. Поэтому чудесные таблетки, которые можно выпить и ходить нарушать режим самоизоляции, такой нету. Поэтому нужно, соответственно, соблюдать режим самоизоляции и лучше вообще не подцепить этот замечательный, в кавычках, вирус.